Очень отлично. Прекрасное весеннее настроение. Как погода вам? Хорошая. Просто отлично. Дождались, наконец-то. Это белочек очень много ручных, и мы их кормим орешками. Прилетает аист, вот. Аист тоже ходит, выпрашивает еду. Скажи, Сашка, кого ты тут видел? Я вчера гулял, там видел на клумбах, посадили очень много тюльпанов, нарциссов. Вот, как бы, кому там, я не знаю, Жеку спасибо. Наш Кременчуг вообще это райское место. Мне очень нравится. Я люблю Кременчуг. Я тут, вот мне 70 с хвостиком маленьким. Но 50 лет, считай, я в Кременчуге уже прожила. Він, конечно, каждый год лучше робит. Мне дуже нравится. Это вообще, Бабаев, умирать нельзя при такой красоте. Умирать. Хозяин идеальный, мне кажется. При любой походе должно быть хорошее настроение. Это самое основное. Наконец-то потеплело, наконец-то можно переходить на шорты, на бриджи. Вот, наконец-то можно греться под солнечными лучами. Вот, еще немножко можно уже будет в фонтане купаться. Я вообще люблю весну, люблю. Я и осень люблю. Ну, весну найкраще. А за что весну любите? Тоже солнце светит, тоже жить надо ще. Та у нас вообще самый красивый город в Украине. Самый зеленый, самый красивый. Очень нравится порядок. Очень нравится то, что везде по всему городу клумбы шикарные, цветы высажены, деревья. Вот эта улица у нас 60 лет октября. Сейчас расцветут цвета, вот наши каштаны, то вообще же глаз невозможно оторвать. Побелено, чисто, все красиво. У нас Кременчуг это отлично. У нас так хорошо беспокоится о окружающей среде. Вы видите, нигде ни бумажечки не лежит, ничего. Все красиво, все приятно. И не только здесь, и лавочки красивые, а также освещение. Все в городе, по всему городу красота. Очень нравится, очень хорошо у нас сейчас тут. А настроение бойкое. Весну все любят, все любят. Так что и мы любим весну. И очень хорошо, что пришла весна. Отличного настроения, чтобы все были здоровы, счастливы, несмотря на нынешнюю ситуацию в нашей стране. Чтобы все было все хорошо. Счастья давно. Ну, пока. Чтобы мир был. Чтобы мир был, чтобы Украина стояла, едина была. Ну, это такое, чтобы всем счастья, здоровья всем было. Огонь все ярче, страницы жизни на листах. Что будет дальше, об этом знаю только я. Вопросов больше нет. В ответ не слышно красивой лжи. Меня бесконечность уносит поток стальных машин. Хотим пожелать, дабы все жители Кременчуга, все жители нашей Полтавской области, нашей Украины, вот, не забывали о своих корнях, помнили, что они украинцы, вот, и никогда-никогда не отступали назад. Всегда любили и защищали свою родину.
знать.